Что ж, ребят, всем привет! Сегодня мы поиграем в Теджок, демо-версия. Мы дождались этого. Мы ждали это 7... Ну как 7? Как ждали? Я, в общем, не знал про Теджок, но... Будем считать то, что мы ждали The Joy of Creation демо. Полная версия выйдет в 2025 году, поэтому мы с тобой обязательно поиграем в полную версию. Возможно, обязательно поиграем. А может, не поиграем. А может, кто его знает. Короче... Пожалуйста, не бейте меня тапком, но момент с синим экраном я уже прошел. Сорян, простите, я сам себя уже тапком побил, в принципе. Когда понял то, что какую ошибку я совершил. В общем, вот так вот, да. Правила я тоже знаю. Типа, когда сейчас это аниматроника, вот туда-сюда. Сейчас мы попробуем ее пройти немножко. Попроходить, слушайте. Вот так вот. Думаю, ну это легче будет, наверное, пройти ее. Потому что я знаю это. Сейчас, кстати, утро, 10 часов. Я проснулся. Решил записать вам видос. Вчера была идея такая. Тут, короче, смотрите, тут расписано это. То, кто что делает. Типа, Федора нужно смотреть туда-сюда. Кажется, если Федор появляется на камере какой-то из сторон правой или влево, ты открываешь дверь и светишь в ту сторону. Короче, за Фоксиком нужно постоянное внимание, а за Бонни, ну, на него смотреть нельзя. Короче, сейчас нам нужно найти фигню для этого щитка, а вы потом, вот, мы нашли фигню. Эта, короче, фигня вставляется в этот щиток, чтобы он починился свет, также камеры. Смотрите, короче, сейчас поясню. Вот. Вот это вот как бы фигня. Это свет. Это у нас камера. Вот. Первая камера, вторая, третья. Вот так вот. Сейчас, вот так вот. Кстати, это, перс все решительно делает у нас. Как бы все вообще решительно делает. Так, давай посмотрим вторую найдем. Так, ладно, окей. Можно за Федором пока последить. Первая камера, я могу вращать ими, кстати, это круто. Потому что я могу вращать камерами. Сейчас ты все на деле увидишь. Вот, смотри, он появляется с правой стороны. Ты вот так вот выходишь. Хоба. Поворачиваешься в правую сторону и хоба! Вот так вот. Отогнал его. Все, закрываешь дверь и сидишь снова. Ну, можно пока походить, найти еще одну фигню. Еще одну фигню. Не знаю, как она называется. Это же не предохранитель даже. Это какая-то фигня другая. Так что вот так вот. Вот мы нашли. И здесь есть она. Нет. Я не помню, здесь она была. Нет. Я просто пропустил как-то этот момент. Да, ее вроде как тут не было. Так. Следим по камерам, а также смотрим, моргает ли свет. Тогда нам нужно менять херню. Так, он может появиться у нас за окном. Так, ладно, окей. Вот он снова там. Какого хрен? Федор, может это... Хоба, уйдешь? На! Yes. Вынесли его. Короче, смотрите, если мы отгоняем Федора, то у нас добавляется время на 1 час. То есть это прикольно, можно выживать. Так, свет пока не моргает у нас. Так, ладно, хорошо. Можно, да, в руке держать это. Я не знаю, я смотрел прохождение у Виндяя. О, да. Я смотрел прохождение у Виндяя. А, вот. И я думал, что можно, же брать их в руки, да? И в итоге, да, можно их брать в руки. Вот. Все, видите, у нас мы нажимаем вот так вот. Хоба. Хоба, вставляем. Все. Готово. Так, сейчас идем смотреть за Федором. Как бы. Хоба. Он, наверное, спереди. Ну, конечно, это что? Это было предсказуемо для Федора. Хоба! Интересно, мы скримак словим сегодня или нет? Вот реально интересно. Словим или скрим. Блин, мне нужно взять этот. Предохранитель, будем называть его. Хотя это, наверное, не предохранитель, ну да и ладно. Берем его, значит, в руки, все. И мы можем спокойно с ним ходить. Главное, чтобы у нас фонарик не заканчивался. А то тогда вообще звездец будет.
Здесь, короче, баняш. Как это. В Ultimate Custom Night. На него смотреть нельзя, короче. Или иначе он камеру считает. Так, пока заряд у наших камер не, это, не проседает. Скоро он начнет. Так. Извиняюсь за то, что будут какие-то звуки, там, не знаю, мышки, клавиатуры. Ну, простите, ребят. Реально. Вот, ну вот там стоит. Ё-моё, Фёдор, ё-моё. Можно ачивку, кстати, получить, посветить не в ту сторону. Даже не обязательно так светить второй раз. Свет не моргал? Нет? Хорошо. Ладно. Ага. Кстати, можно вот так вот на АВС, на АСД вот так переключаться между камерами. Блин, Бонни. Ну все, все, Боняш, короче, нам деактивировал одну камеру. Ага. Давай-ка. Ну-ка. Блин, где же Фёдор? Сейчас, наверное, свет сядет у нас. Так, ладно, окей. Сейчас будем чекать за светом, а еще Фёдора. Тут может появляться Фокси, и за ним нужно смотреть, иначе он побежит к тебе и убьет. Да. Ай-яй-яй, камера садится, и свет тоже, ай-яй-яй. Нужно починить все. Тимоха Плей, электрик, погнали. Хоба. Ой, у нас там камера третья села полностью прям, которую Боняш фигарил. Ё-моё, ну Бонни, конечно, постарался. Зафигарил нам одну камеру, ё-моё. О, предохранитель. Сейчас починю быстренько камеру и пойдем дальше чекать. Надеюсь, мы не сдохнем. Вот на Фокси может прибежать вот. Он же вот там в окне может стоять, да? Правильно же? Ему же внимание нужно, да? Поэтому давай-ка быстрее. Придем сюда. Чекнем. Фёдора. Так, Фёдора вроде как нету. Фоксика. А, Фёдор. Сейчас надо Фёдора устранить. В какую сторону он был? Нет! Где он был? А-а-а! Фок. С какой стороны он был? Он с этой же был. А, я не туда посветил. Чёрт. А это плохо. Когда ты светишь не туда, это... Бонни! Вот этого я реально испугал. Oh, what the fuck? У нас время здесь. Смотри на время. Воу, wow, это фигня. Это фигово. У нас время залагало, камон. Я не знаю, это так нужно, наверное, да? Как раз время залагало. Блин, представь, вот, сидишь такой ночью, играешь в компьютер, и тут фига, это, херак, и время залагало, ты прикинь. Что бы ты делал тогда? Ой, фонарик съел, капец. А я не знаю, как фонарик заряжать, кстати. То есть тут что, гарантированная смерть? Вот, камера уже все. О, Фёдор, подожди, я словлю Фёдора. Стой, я словлю Фёдора. Нет, фонарик! Кто выживает? Тут же Фёдор стоит! Вот он! Подожди, а Фоксика... Ага, мразота! Ну что ты? Мразота. Короче, за ним нужно смотреть просто. По камерам. Боняш. Я не знаю, есть ли тут Чика, а по факту должна тут быть Чика. Воу, нифига. Воу, можно прям в полный рост его посмотреть. Воу, а это круто, знаешь. Воу. Воу. Я был... Воу. То есть он прям с той комнаты побежал. Воу, прикольно, знаете. Прекрасно. Оу, что? Че? Типа это сон был? А, нифига. То есть тут, наверное, дополняться будет? Ну, то есть, получается, Чика будет у нас, да?
Получается, Чика будет дальше, да? Голден Федор, возможно, будет. Ну, невозможно, а будет, должен быть. Потом должен быть этот создание вот. Вот на экране картинка появится. Вот так вот, в принципе. Ну, вообще ФНАФ прикольный, знаете. ФНАФ графонистый, ФНАФ прикольный. Вот, великолепный ФНАФ. То есть крутой ФНАФ. ФНАФ-фес крутой. То есть обязательно буду ждать прохождения. Ребята, ну, мне кажется, сейчас мы выйдем. Что ж, попрощаемся с вами, да? Удачи, всем пока. Ну что ж, до скорых встреч!